Здравствуйте, меня зовут Смирнов Роман. Я приехала из Ярославля, и мы с моей кобылой участвуем в сборах, которые проводит Максима Парк. Вчера у нас была езда, мы тренировались, мне очень понравилось. Также вчера была конференция, и там рассказывали нам все правила, которые есть в конкуре, в манежной езде, на кроссе. Было очень интересно и полезно. Сегодня я уже отпрыгал, сегодня были у нас кросс и конкур. Мне понравилось, отличный тренер, классно провел тренировку. Мне очень понравилось. Мою кобылу зовут Пачента. Меня посадили на нее совсем недавно, потому что моя основная лошадь выпала из строя, вот, меня пересадили. Сегодня мне очень понравился последний маршрут. Я так хорошо его отскакал, мне очень понравилось. У меня настрой, конечно же, боевой, победить. На соревнования, конечно, я буду участвовать. Завтра, скорее всего, будем работать манежную езду. Надо доработать там некоторые моменты, проехать по схеме, подготовиться основательно к соревнованиям.